когда купила, она настолько удобная, настолько она мне, скажем, пригодилась, что я бы раньше ее взяла. Поэтому вот я сейчас снимаю видео, может, кто-то тоже захочет себе. Не обязательно вот такую. А смысл в том, что вот насколько вот они удобные, вот такие маленькие дистанционные клавиатуры, они как, она как джойстик идет. В общем, я тут очень много самых разных там каких-то кнопок, как полноценной клавиатурой пользоваться. Но, ну, то есть можно как и полноценной, но она маленькая, неудобная для этого. Она мне больше для того, чтобы вот когда ты где-то далеко от компьютера сидишь, либо лежишь, либо там что-то делаешь, ходишь, и, ну, можно ставить, в общем, на паузу то, что ты слушаешь. Не надо, не обязательно подходить к компьютеру. Особенно удобно, когда ты лежишь и что-то слушаешь. Вот здесь что вот в основе мне надо, это вот громкость плюс-минус, то есть уменьшать, добавлять и выключать. Вот это, ну, единственные опции, которые мне просто, ну, базовые, которые нужны, особенно, повторюсь, когда лежишь. Лежишь, просто себе там на паузу поставил, либо там, ну, вышел куда-то из комнаты, поставил на паузу. Сейчас расскажу именно конкретно об этой. Она очень хорошо работает в том плане, что ты куда угодно ее направляй, она работает. Ну, в смысле сигнал, то есть не надо прям вот на компьютер как-то и так далее направлять. Просто куда угодно, в любую точку, и причем так вот, ну, хорошо вот она, без всяких там, в общем, торможений. Ну, сейчас покажу. То есть есть здесь выключатель. Вот с этой стороны вот здесь, а здесь вот зарядка идет как на Android. В общем, сейчас ее не помню, она включена у меня. Вот она включается, ну, то есть заряжается как обычно, как телефон заряжается. Вот здесь, в общем, кнопочка включения там не основной, но я ее не так уж и давно купила, я поэтому особо там и не рассматривала все остальные там функции. Хотя здесь вот этот тачпэд есть, и, ну, как на обычной клавиатуре все. Ну, неудобно, маленькая. Вот для этих функций очень удобно. Просто очень удобно. Я вот когда купила ее, только как начала пользоваться, это такой бальзам на душу. Она еще именно эта клавиатура, она такая просто, такая мягенькая. И, кстати, из хорошего материала тоже сделано. Я ее купила где-то, ну, сейчас скажу, где-то за $5, то есть за копейки. ВТБ. Ну, кто, в общем, кто в ВТБ ходит, видели, их продавали. Еще такая вот. Покажу с другой стороны. Ну, это не обязательно вот такую, любую можно другую купить. Маленькую, ну, то есть качественную какую-то выбрать. Так, сейчас я ее выключу. Вот здесь и увеличение есть. Ну, как у обычной. Ну, самое основное — это включить, поставить, то есть, в смысле, поставить на паузу, дальше продолжить, и этот звук громче, тише. Вот это мне в основе, что надо было. Тут еще какие-то. Так. Ну, это я с такой коробочкой купила. Это я покупала, оставалось всего лишь две. Еще такая классная, удобная. Очень удобная. Вот именно мне она просто, ну, если бы я знала, я бы купила бы раньше. Я периодически смотрела на маленькие такие клавиатуры. Ну и вот, наконец-то купила себе. И вообще не сожалею. Причем, ну, я не знаю, там бывает самых разных материалов. Вот это хорошая. Ну, в общем, вот такая, может, где-то увидите ее. Просто себе нажимаешь, продолжаешь. Не надо, в общем, подходить. Ну, есть, наверное, другие какие-то дистанционные там средства управления. Там, может, с телефона. Ну, телефон неудобно брать. Тут просто взял, включил, нажал эту одну кнопочку. Ну, и вот еще перелистывать, наверное, можно. Это я еще потом посмотрю, какие другие функции. Но вот именно вот это мне просто от головой достаточно. Именно по, в целом, по этому именно приспособлению девайса, то, что называется. Поставить на паузу, когда нужно, либо громкость убрать, повысить, и держишь себе, слушаешь, что тебе надо.
тут еще этот. Ну, это чем я не пользуюсь. Зарядкой обычно пользуюсь. Еще какой-то талант. Такая, в общем, клавиатура. Здесь больше не по конкретно этой, а именно по функционалу. Вот кто-то послушает, уже себе купит. Потому что удобно. Даже, ну, убираешь, там что-то именно делаешь, что-то, скажем, вот когда надо выйти. Просто нажал на паузу, не надо подходить каждый раз, дергаться именно к компьютеру.